Русская национальная идентичность – это русская душа. Это метафора, которая включает в себя все положительные, отрицательные, восторженные и идиотские черты, которые в истории накапали в эту самую копилку души. Она очень полярная. То есть, наверное, наиболее полярная душа в мире. То есть она не ищет золотой середины, а разрывается на части. И от того, что она разрывается на части, она абсолютно не приспособлена для цивилизации, но очень годится для культуры. Потому что цивилизация – это компромисс, на который не идет русская душа, русская ментальность. В отличие от цивилизации, культура – это как раз разрыв аорты, на что русская душа как раз и способна. Поэтому, если мы говорим, что такое русская ментальность, что такое русская душа, то кратко можно сказать, что это не жизнеспособная душа в состоянии божественного откровения. Ну, Россия – это действительно такая баба, такая разлегшаяся, прямо аж от Владивостока до Санкт-Петербурга в снегах, как в мехах. Вот с этим и с отмороженной задницей, наверное. Ну, а каким? Я на 100% русский человек. И вообще в русской литературе очень редкие такие случаи. Нет, а зачем менять? Я считаю, что русская культура – это невероятная вещь. С ней надо быть, с ней ее надо развивать. Она совершенно уникальна. Куда ни приедешь, а все знают Достоевского, Толстого, все хотят понимать жизнь, исходя из этих книг. Ну, а куда шататься-то? Движения нет. Другое дело, что я себя чувствую по жизни такой командировки, с ощущением того, что там где-то живет семья в теплом, хорошем месте, а я вот во льдах вместе с этой вот бабой России кувыркаюсь и ищу определение жизни и судьбы.